Доброе утро, дорогие. Мы будем читать дальше. Сегодня у нас послание Колоссянам, это 3 глава сегодня, с 12 по 17 стих. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. Будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Мы остановились на том, что нужно что-то снять и что-то одеть. И теперь апостол говорит, что же нам нужно одеть. И он говорит, вот что одеть: милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, снисходя друг к другу, прощая взаимно, если кто-то жалобу имеет. Скажите, что это не так просто. Об этом легче сказать, но в реале это трудно. И как часто мы говорим, что у нас не получилось, у нас не получается. Вроде бы я и хотел простить. Вроде я и хотел бы снизойти, но не снизошел. У меня опять не получилось, и я опять провалил. Дорогие, у нас с вами есть источник очень глубокий. У нас есть этот Иисус Христос. Смотрите, вы заметили эти слова? Можем ли мы их отнести к себе? 12 стих. Избранные Божьи, святые, возлюбленные. Вот как нас называет Библия. Вот кто мы для Иисуса Христа. Как Христос простил вас, так и вы. Дорогие, у нас есть настоящий источник. Мы знаем настоящую любовь, поэтому вы справитесь, поэтому мы справимся. Мы сегодня можем справиться с той горечью, которая здесь была или которая не дает мне простить. Мы можем справиться. У нас есть источник. Он говорит, облекитесь. Во что? В любовь. Потому что Христос излил любовь на нас. Мы знаем Христову любовь. Дальше он говорит о мире Божьем. И опять то же самое. У нас есть этот глубокий источник. Нам трудно там. Нам трудно там. Там какая-то неприязнь. Не отнеслись хорошо. Он опять подставил тебя. Он опять сделал, или как-то этот шеф опять как-то отнесся неправильно ко мне. Дорогие, ну пусть мир Божий, знаете, Бог был врагом моим, но теперь Он друг мой. Этот мир Божий – это источник, чтобы я сегодня имел этот мир внутри, а не ненависть. И непрощения. Дорогие, он говорит дальше. Слово Христово да вселяется в вас. Давайте мы будем в это слово погружаться. Я говорю это себе, Саша. Погружайся в это слово. Узнавай больше о своем Иисусе Христе. Ты должен знать о нем. Пусть оно пропитает, читай его. Размышляй о нем. И как здесь написано, чтобы мы говорили, делитесь друг другом.
Сегодня поделитесь с кем-то, давайте поделимся. Если вы с кем-то можете, спойте это слово. Пойте эти христианские песни. Давайте попробуем. Давайте сегодня попробуем погружаться в это. Слово Христово. Вот что нужно. Еще что Он говорит. И все, что делаете, хоть языком, хоть нашими руками, пусть это будет во славу нашего Бога. Привяжите свою жизнь ко Христу. Саша, привяжи ее. Пусть только то будет сегодня, что Его прославит, что Его, Ему принесет славу. Но без Него никуда. Итак, оденьтесь. А во что одеться? Нам нужно в эту любовь одеться. Почему? Потому что источник есть настоящий, откуда черпать. Потому что любовь Божья во Христе, она снова и снова поражает меня. Мир Божий, погрузись, оденься в этот мир. Да, по отношению к своей жене, к своему мужу, к своим деткам, к своему соседу такому, может быть, вредному, может быть, с коллеги по работе. Пусть этот мир царствует, потому что источник есть большущий, глубокий. Потому что Божий мир, он направлен к нам. Дорогие, Слово Христово, пусть мы погрузимся в Него сегодня. Звоните и говорите о Нем, о Христе говорите. Поговорите с детьми своими, поговорите с родителями о том, кто Христос. В эту истину погрузите себя, спойте сегодня, пойте. Пойте сами, пойте с кем-то, пойте. Пойте о Христе. И все, что не делайте, все пусть будет Христос. Давайте мы помолимся. Господи, у меня не получается, очень-очень часто не получается. Мне не получается любить. Мне не получается, Господи, прощать. Мне не получается, Господи, носить. Быть, Господи, дружелюбным. Помоги мне, Господи. Я сегодня говорю о том источнике громадном, глубоком. Это Ты, Господи. Это Твоя любовь. Это, Господи, Твои раны. Это Твоя кровь. Это Твое прощение. Пусть, Господи, я сегодня погружен буду в истину. Научи меня, Господи, петь эту истину, говорить, делиться с этой истиной. Господи, научи меня, пожалуйста, привяжи меня к себе.